И вот такой красивый вечер. Вот так люди строятся. Стройка, стройка, стройка. Весь Крым сплошная стройка. Кто-то дома, кто-то пансионаты. Ну, это уже известный пансионат. А вот это строят дома. И там вдали строят дома. Это такой вечер. Солнце к закату. Сегодня, на удивление, очень-очень тепло. Впервые потеплело 1 июня. И лето пришло настоящее, теплое, спокойное, милое. Все поле в маках, все цветет. Все буяет, все радует глаз. Жаль, что невозможно передать вот этот аромат цветов. Но это дорога полевая. Это новые микрорайоны строятся. В эту сторону, в эту сторону. Это Заозерная. Вот это все Заозерная. А уже эта сторона, это Уютная. Это просто пустырь, поле было раньше. Рос виноград. Очень крупный, очень вкусный. Собирали всем колхозам. Отправляли его на Дальний Восток. Вот такая тропинка. И травы, травы, цветы. И собачки наши дворовые. Куда же без них? Как только видят, что иду к морю, так они тут как тут. Купаться любят и бегать любят, гулять. Почему я включила? Для того, чтобы вы посмотрели, что Крым, несмотря на все угрозы от наших таких в кавычках дружных и добрых соседей, которые нам электричество отключали, электроопору взрывали, воду перекрывали, блокаду продуктовую делали. Думали, что мы тут загнемся. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Я не хочу оскорблять простой народ Украины, потому что делают это те, кто сегодня при власти. Они пугают. Они угрожают, а мы живем своей жизнью, радуемся каждому дню, улыбаемся солнцу, ходим на прогулку к морю и начинаем уже купаться потихоньку, отдыхающие потихонечку. Ну и люди строятся, строятся, обустраивают свое гнездышко. Как видите, живут неплохо. Строят очень хорошие, добротные, большие дома. Вот смотрите, целый район таких домов. Красивые. И вот здесь такие же домики. Не все еще проданы. Не во всех домах еще живут люди. Некоторые ждут еще своих покупателей. Вот какой дом тоже. Большой, красивый, отстроенный совсем недавно. А то люди с моря идут, от моря вернее. Вот дальше я вам покажу, какие дома строятся. Зачем показываю? А для того, я думаю, что увидят мои соотечественники с Украины. Да, я тоже украинка. Может, убедятся, что не так все плохо в Крыму. Что мы живем, ничего не боимся.
Думаем о завтрашнем дне, думаем о будущем. Строим вот такие дома. Видите, везде стройки. Везде стройки. Везде строительные материалы. Со временем здесь уже люди живут. Вот как обустроили. Цветы, деревья. Со временем так будет везде. Потому что в хорошей, прекрасной стране, которая заботится о своих гражданах, по-другому просто быть не может. Вот какие домики тоже прям за год построили. Один вроде бы продан. Следующих два ждут своих покупателей. Вот еще один пансионат, красавец. А здесь, я говорила, люди живут. Вот так живут. Вот такие тоже домики красивые. Цветы. Живем неплохо. Живем неплохо, ничего не боимся, потому что верим тому, что мы под надежной защитой.